Мы приняли решение по бензину, привязали его к доллару. Сколько пришлось вытерпеть из-за этой привязки? И вы сейчас для того, чтобы нищие нефтеперерабатывающие заводы поддержать, если я правильно понял, вы еще предлагаете у народа забрать с карманов деньги через бензин. Правильно я понял? Ищите на НПЗ эти деньги. Вот вам мой ответ. Если вы не найдете, а я его их найду, бедные будете вы и они. Леонид Васильевич, создайте группу и проверьте вот по этим критериям нефтеперерабатывающие заводы. И вы увидите, как они там хозяйничают и хозяйствуют, и какие у них там зарплаты, на чем они разъезжают, где живут, что строят и так далее. Вот займитесь, потом мне доложите. Никакого повышения цен на бензин не будет. Мы привязали бензин к доллару, это приличная цена для Беларуси, и пусть на это не рассчитывают. Пусть ищут эти деньги на НПЗ и на продажах на внешнем рынке. Вот надо те задействовать рычаги, они простые. Взяли цены, подняли. Это и дурак может поднять, для этого и правительство не надо. Поэтому никакого подъема цен искусственно на нефтепродукты в Беларуси не будет.